Алоха, мир! Я Наташа, и ты на канале «Делай тело», где сегодня я для тебя подобрала 4 эффективных упражнения для наших ног и ягодиц с помощью фитнес-резинки. Так как тренировки на этом канале всегда короткие, но очень интенсивные и эффективные, эти 4 упражнения мы повторим 3 круга подряд, что в целом у нас займет где-то 16 минут. Не забывай про постоянную концентрацию и напряжение на тех мышцах, над которыми ты работаешь. Ну что, поехали! Наша сегодняшняя тренировка полностью будет проходить на полу, поэтому подготовь коврик или полотенце. Итак, первый круг начинаем с упора на ладони. Поднимаем вверх прямую сначала правую ногу, делая акцент в верхней точке. Держи стопу натянутой, чтобы носочек постоянно смотрел в пол. Таким образом, ты больше прочувствуешь ягодицы. Повтори то же самое на левую ногу. Старайся держать спину прямо, не прогибая ее. Переходим к разворотам бедра. Согни колени сидя, формируя угол 90 градусов. Концентрируясь на ягодицах, отводи правое бедро вверх. Сведи стопы друг с другом и держи их вместе на протяжении всего упражнения. Повтори то же самое на левую ногу. Поддерживай резинку чуть выше колен и старайся не расслаблять ягодичные мышцы в нижней точке. Переходим к нашему любимому ягодичному мостику. Оставь резинку чуть выше колен и держи ее в натяжении между ногами. Поднимай ягодицы максимально высоко, делая небольшой акцент вверху. Очень важно при опускании не касаться попой пола и не расслаблять ее. We'll be right back.
Последнее упражнение нашего круга выполняется лежа на животе. Поочередно приподнимаем каждую ногу, согнутую в колене вверх, выполняя пульсацию. Контролируй, чтобы стопа постоянно смотрела в потолок. Ну что, первый круг завершен. Если чувствуешь необходимость, попей воды и приготовься ко второму кругу. Возвращаемся к прямым махам сначала правой ногой. Не забывай про натяжение в стопе и концентрации на ягодицах. Аналогично повторяем упражнение на левую ногу. Постарайся хорошенько прочувствовать ягодичные мышцы, ведь постоянная концентрация – это половина результата. Выполняем разворот бедра на правую ногу. Держи стопы вместе и не размыкай их. Выполняем упражнение на левую сторону. Для того, чтобы лучше прочувствовать рабочую мышцу, приложи левую руку на ягодицу и сфокусируйся на ее работе. Приготовимся к ягодичному мостику. Не забывай поддерживать постоянное напряжение в ягодицах и не опускать их на пол.
Последнее упражнение круга – поочередные пульсации в колене вверх. Не расслабляй ягодицы и старайся добиться жжения в них. Ну что, готова к выполнению финального третьего круга? Сейчас постарайся выжимать максимум из каждого упражнения. Выполняем махи прямой ногой вверх. Если можешь, в этом подходе постарайся задерживать ногу в верхней точке на несколько секунд и прочувствовать ягодицы. Повторяем то же самое на левую ногу. Переходим на разворот бедра. Также, если хочешь больше почувствовать мышцы, выполняй небольшую пульсацию в верхней точке при отведении. Аналогично выполняю упражнение на левую сторону. Приготовься к выполнению ягодичного мостика. Контролируй, чтобы резинка была в постоянном натяжении, и сжимай ягодицы как можно сильнее при подъеме.
На последние 20 секунд задержи попу вверху и выполняй разведение колен до конца упражнения. Ну что, готова к последнему упражнению? Чтобы окончательно добить наши мышцы, выполняем двойные пульсации на каждую ногу. Три, два, один. Поздравляю с выполнением этой экспресс-тренировки на ягодице с фитнес-резинкой. Если тебе понравилось это видео и чтобы не пропустить следующие экспресс-тренировки, ставь лайк и подписывайся на канал. Сделай тело, ты становишься на шаг ближе к здоровому и красивому телу, которым ты действительно будешь наслаждаться.